Бюро находок ищет. Белый пакет с новыми детскими вещами, костюмчик черно-белого цвета, шапочка и носки утерян 21 ноября по пути следования от магазина корпорации «Центр» по Гагарина 2 Хитова 4, обещано вознаграждение. Женскую сумку черного цвета с документами на имя Валеевых утеряна 19 ноября в районе Сбербанка по Кайманово, обещано вознаграждение. Ключ от автомобиля Mitsubishi с брелоком Mercedes утерян 22 ноября в районе РК Лагуна, обещано вознаграждение. Паспорт, страховое свидетельство, медполис на имя Лыковой Ксении Александровны утеряны 16 ноября по Бызово, обещано вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням. В бюро находок имеется. Госномер Р187НК116РУС найден 20 ноября под Чулман. Ключи от квартиры 4 штуки с красными и черными ключами от домофона найдены в сентябре по Химиков 16. Карты на имя Черепановой и Марковой Жанны Станиславовны найдены 18 ноября в районе Татарского драматического театра. Карта Сбербанка на имя Рафаэля Каримова найдена 21 ноября в районе Баки-Урманче 29. Школьная карта на имя Ивановой Карины. Сотовый телефон Флай белого цвета найден 17 ноября в районе 29 школы. Кошелек социальным проездным на имя Богомоловой Галины Анатольевны найден в поликлинике по Ахтубинской.